Всем хай, танкеры! Злобин на связи. На ваших экранах 22-й выпуск рубрики «Лесенка». И он действительно легендарный. Сегодня я буду играть самым известным, эпатажным и харизматичным Чудо-8585. Легенда блицовского ютуба, который разваливал тренды своими обзорами еще до того, как я вообще начал играть в мобильные танки. В общем, что я тут рассказываю, вы и так все знаете про Мишу. Ссылку на его канал, конечно же, оставлю в описании. Оформляйте подписки на наши ченнелы, ставьте лайки под этим выпуском за легендарность и обязательно напишите в комментарии, как вам серия. Правила лесенки для тех, кто не видел эту рубрику раньше. Гость, то есть Чудо, выбрал такую же легендарную ветку советских тяжелых танков, как и он сам. Дерево развития свинцом ИС-7. Мы будем играть один на один на случайных картах. Первый бой мы оба выходим на 10 уровне. Если Чудо выигрывает первую катку, то он спускается на 9 левел ветки, то есть берет ИС-8. А я остаюсь на том уровне, на котором проиграл. И так мы будем драться, пока кто-то из нас первым не выиграет на 6 уровне ветки советских тяжей. Что ж, не забывайте подписаться на канал, оценить ролик лайком и написать комментарий. А сейчас время пострелять не только из танков, но и из современных винтовок, а сделать это можно в крутом шутере. Калибр – многопользовательская онлайн-игра от третьего лица про современный спецназ. В Калибре вы можете играть за оперативников из разных стран. Каждый оперативник уникален. В бою участвуют команды из 4 человек – штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В игре доступны ПВЕ-миссии и бои против других игроков. Сочетание бойцов и их характеристик дает множество вариантов взаимодействия и развития боя. Здесь решает тактика. Залог победы в Калибре – грамотная оценка ситуации и слаженность действий всех игроков в команде. Честный фри-ту-плей. Ваш главный ресурс в Калибре – время. Поэтому быстрее заходите в описание, скачивайте Калибр по моей ссылке и играйте в свое удовольствие. Всем привет, друзья. Сегодня у нас легендарная лесенка, которая должна была быть. Да, всем здрасте. Очень давно, да, Чудо я хотел позвать еще... До вообще всех лесенок с известными личностями он должен был быть первым. Но не получалось у нас собраться. В итоге вот он, ребят. Легенда Блица. Вопящая. Тот самый мощный скилловый стример планеты. Так, значит, говоришь, побеждать надо, да? Да. На ИС-7, кстати, моя любимая ветка, кто не знал. Я обожаюсь. Так, кстати, мой звук из планшета не мешает, надо его убрать. Да, не, нормально. Зашибись. Ну все, надеюсь. Черного экрана больше... не будет у меня. Нас больше ничего не отвлечет от занятия игры на прекраснейших, лучших танках. Наконец-то танки, да. Опа, я тебя засек. Ну и ты меня тоже, в принципе. Получается, да. Ладно. Нет, ты, с тобой такие шутки не пройдут. Ты не рандомный пломбир из этого самого, из рандома. Ты давно, кстати, в танки вообще играл? Я постоянно... Я... На тебе. No, please. Ну ты fucking slave. Ну все, здесь я уже. Красава. Блин, как же ты это делаешь? Этот контент. Ты меня пробиваешь ББшками? Ты просто... Ну да, все. А это уже была не ББшка, кстати, да? ББшка. Или это альфа? Просто альфа чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Нет, все, я в тупике. Меня сейчас поимеют. О, хорош. Я знаю, это хитрую уловку. Хитрая. Вот это точно ББшка. 576, побойся бога. Но это компенсация за прошлое. Блин, ИС-7, конечно, против этого. Нет, пожалуйста, ну хотя бы разок. Хотя бы разок. Так что это такое-то вообще? Что? Исы. Блин, я все время вспоминаю видео легендарное, где ты на древних пирамидах. Что я там делал? Надо будет вставить его. Ну, когда у тебя не летело, там не пробивал. Мне кажется, самое легендарное видео. Где ты сгорел на игру?
А, ну господи, это всегда, это классика. Так. Блин, это тупой осел. Блин, кто X2? Вы что, издеваетесь надо мной? Да какая, блядь, броня не пробита? Эта броня должна сдуваться, блядь. Да вы ебали, что ли, здесь все? Да пошел ты нахуй! Я беру восьмерку. Ой, ну да, ИСа восьмого. Поехали. Чувствуется, что просто так это не пройдет. Здесь такие трюки не выходят. О, а, у нас рандомные карты, все, понял. Да, да, рандомно. Но, естественно, два раза песочек. Просто старый стример сыпет песком. Да. Песочные карты, все логично. Да опа, восьмерка. Чем ты там вообще занимаешься? Скажи, пожалуйста, в Wargaming. Какую должность вы занимаете, сударь? Чтоб вам так самую рисовало. Самую важную. Ну что ж такое, все ремочки сразу же использовал. Не, а дальше что вы будете делать, сэр? Придется заряжать запрещенный тип. О, нет, все. Не, ну ты же понимаешь, это из 7. Подожди. Ничего не потеряно. А, да? А ты сверху! Ой! Все, нет, вот так вот. Дуло, ага, дуло в дуло не работает. Дуло в дуло нет. No, please! Да какого черта? Бежим. Нет, бежим, да. Ну вот это ладно, вот. Ладно, по-моему. Ну, здесь понятное дело, это 68. Как тебе, кстати, новый прицел? Ты знаешь, он меня оставляет двоякие эти чувства. И да, и нет, как бы. Ну, иногда хорош. Он спасает то, что вот я бы не попал, когда там заезжает уже на большой скорости объект куда-то за дом. Но благодаря тому, что этот прицел как-то залипает... ой, сейчас тут рекламка. Да, блин, реклама вылетает. Купить. Вот, и когда вот... Сейчас, подожди, у меня он снаряжен. А, да, я подготовил уже все. Точно, я все подготовил. Так, тренироваться готов. Сейчас хоп, и стоковая пушка. Ну, ничего страшного. Короче, тебе зашел, да, прицел? Нет, и, но иногда, когда ты вот знаешь, он там где-нибудь стоит за препятствием, ну там за вертикальным, угу. За горочкой, например, какой-нибудь, ты хочешь там выцелить, а у тебя просто, ну, не оторвать прицел вообще никак. Он прям вот липнет туда и все. И даже если ты там чуть-чуть что-то приоторвешь, опа, все, я как бы, это слив. Да ладно. Опа. Это да. О, еще и адреналин. Все, бежим. Да, конечно, бежим. Правильно. Я знал, что ты будешь здесь стрелять. Хитрец. Хитрец. А тебя вообще в эту лестнику кто-нибудь выигрывал? Да, меня все почти выигрывают. С чего это вдруг? Я сколько смотрел, все время какая-то... Не-не-не, меня на 6 уровне все выигрывают. А почему? Я могу выиграть 2 раза подряд, потом на 6 уровне проиграть. Короче, я понял, тебе лучше не... А почему? А, да, у тебя тоже приплюсовалось. Ну все. Так. Ну что ж, решающий этот самый. Да нет, ты так не поступишь со мной. Такого шанса у меня не будет. Вот, ну короче, прицел двоякое оставил ощущение. Мнение. Ну а со старым у тебя были проблемы какие-нибудь? Да, он дергался как вообще. То есть тебе некомфортно, да, было играть со старым? Ну... Не, если отключить автоприцел, то терпелось как бы. А с автоприцелом нет, конечно, автоприцел комфортнее новый. Угу. Все же, больше комфортнее новый. Но, короче, все сделали. Намерения были благие, получилось как всегда. Ну... Вот, это мое мнение. Ну... И жаль, что нельзя оставить старый.
Вот да, у меня, например, со старым проблем практически не было. Только если когда он цеплял соседний танк, который где-то 200 метров за твоим проезжает. Вот это, наверное, единственное, что меня беспокоило, а так, в принципе. Ой, блин, сорян, так. привычка. У нас привычка поехать вот туда вот. Да не важно, куда ты поехал, я про то, я понял, ну просто... Ой, как я тебя не засветил. А, ты меня не засветил? Нет, я не знаю, где ты. А, все, узнал. Так, ну все. Так, я понял. Здесь так просто не выйдет. А, ты на... ты на ИСе третьем. Я, да. А, ну да, тут, в принципе, можно... Вот обычно на восьмерках тебе, наверное, ты отрываешься в два раза, да? Да, на самом деле, по-разному. Бывало и на девятках. Так. Where are you, Mr. Anderson? От меня не спрячешься. Я еду... убивать... Блин, страшно, ладно. И он испарился. Ага. А, ты был дальше. Вот так. Так, разворотик. Не, ну тут так на шару выехать, конечно же, не получится. Я сейчас просто огребу, и ты выиграешь время. Важен первый выстрел. Не, так, ладно, надо что-то новое думать. Блин, какой же план. Надо что-то думать новое. Здесь так не пройдут такие трюки. Это все-таки не пальцем деланный человек. Так, попробуем. Что здесь можно придумать? Да, блин. Я думал ты... О! Вертушечка. Нет, мое преимущество! Вертуха, давай. Бежим, бежим, бежим. Ну, нет, блин, не боюсь. Да, ну все, да. GG. Можно спокойно расслабиться. Приходить к любимому своему танку из 3. У меня не сработал выстрел. У меня, кстати, прикинь, короче, походу планшет накрылся кое-чем. Чем, медным тазом? Ну да, я нажимаю иногда, ну, когда два пальца на этом самом. А что происходит-то? А как действовать дальше? Хорошо. А как жить? Хорошо. Нет, не выйдет. Давай, родной. Найс. Нет, не покатит. Да пипец. Альфа, блин. Вот это вот самое такое, да, расслабляться нельзя. А что за прикол-то? Что за прикол? Почему? Почему? Голда же, голда. Я всрал, это жесть. Просто жесть. Ну, блин. Я знал, да, что в клинче не хватает УВНов. Я, блин, по-моему, я с Evil Blackberry уже катал на ветке со седьмого, и вот и об этом я знал, да. Из 7, из 8, а что, он неужели шьется так легко? Ну, под башню, да, там полосочка есть. Ясно. У ИСа третьего нет такой полосочки. У ИСа третьего, из третьего в клинче жесткий, да, когда УВНов нет. Так, сейчас у меня запустится. А какой у тебя планшет? iPad 2020. Угу. Но он тянет, но у меня, походу, дело просто с этим, с экраном, короче, какая-то жесть. Когда нужно нажимать выстрел, если ты, например, там на джойстике управляешь, то, короче, два касания, то он может не это самое, как его, не сработать выстрел. Угу. Понял. У меня на минике такое было. Ну, нифига, я тебе не дамся. Ах ты ж, блин. Голда? Ну да, тут бабашки вообще весь красный. В лоб. Ну, здесь можно поддаться чуть-чуть. О, топливный бак. Ушел таки. Тащим, тащим. Шансы есть. Ладно, шансов нету. Нет. Вот на ИСе будет дальше. Дальше будет на ИСе. Восьмом. Мой, ИСе третьем, восьмого уровня. Мой самый любимый танк.
Реально? Нет, конечно. Ой. Я надеюсь, он меня не подведет, хотя я знаю, как он меня обычно подводит. Так, где он? Даже выделен. Все, заряжен и готов к бою. Ну, поехали. Медведь, ну туда, согласен. И обвес, и медведь, и ну, просто все, ты труп. Ну, у меня турнирный камуфляж должен помочь. За топ-8. На ИС-7? На вот этом, на ИСе, да. Ой, на ИС-7 уровне? Я да. Чуть не заметил. За зимний сезон. Так что... А, то есть он зимой только виден? Не-не-не, за зимний сезон выдавался, можно надевать на какой хочешь. Я его не видел. А может, у тебя выключено? Не-не-не, такого быть не может. Ага, значит, ты тут на точке Б побывал. Так. И свалил, главное. И куда ты спрятался? Назад, что ли, сдал? Испугался. Ну, это понятное дело. Опа, засада. Да ты из. Че это такого? Изда. Изда. Это вот это вот дали тебе за этот сам? Что? Это тебе вот этот камуфляж дали? Да, да. Ну там они все одинаковые, просто цвет. Летний желтый, осенний оранжевый и еще какой-то. Весенний зеленый, точно такой же. Блин, как да, я не выдал-то вторую. Обидно. Ты выдал в дом, это благодаря ну, новому это прицелу. Да. Вот у меня с ним реально проблема еще. С этим новым прицелом. Вот это хорошее было. Как ты взлетело вообще? Вот это камуфляж, видишь, работает. Не, ну из быстрый, реально. Давай, родной. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю. Нарву цветов и соберу. И подарю букет. Да, в корму. Да это правда. Я сейчас блевану. Прости. Ладно, давай, приму бой. Приму бой. Сейчас еще и проиграю, что-то на ИСе. Нет, нет, это клинч. Ну, блин, клинч. Подожди. А, клинч, пусти. А, нет! Если пробил. Ну, а может, я там кону, че? Действительно. А. Ой, блин! Нет, ты что? Как ты это делаешь просто? Мне, это просто какой-то трэш. О, да блин, ну как ты прыгаешь? Ладно. С альфой! 315! 315! Ис! Я тебя ненавижу. И это любовь, и это чувство взаимное, я так понимаю. Блин, у меня столько шансов было. Нет, я к фугасам. Пока переключался, ты пробил. Хорош, боже, это просто 315. 300, я чуть не стал трактористом. Ты ББшку, да, давал? Да, ББшку, конечно. Ну я что-то еще и на голде, ну. Подожди, а можно я тоже камуфляж поставлю? Давай. Не, ладно. Да не, ладно, не буду тратить время наше. Драгоценное. Так, тренироваться. I'm ready. Поехали. Я поменял. Пушку поменял? А, блин. Нет, это камуфляж, но не на эту, не на это время года. А, я думал, ты пушку поменял на эту. На ДПМ, да? А что, кстати, на самом деле надо было ставить. Но это не запрещено, да. Кто как хочет. Но у нас еще квас впереди, там уже смотри. А ты на квасе на какую пушку предпочитаешь? Не, я играю на 400. Ну, это же класс. Будем мужиками просто. Ну да. Чё нам с перезарядкой 18 секунд. Да, чё. Хорош, вот это да. Так это же ИС, тут думать не надо. Просто кто как повезет, как игра нарисует. Тебе или мне? Ну чё это я... Куда исчез?
Я здесь. Опа. Да fuck you! Еще и с поджогом! Да ну... Ах, эти исы проклятые. Это просто треклятый ис. Ну как так-то? Ну, исенок. Ну и ты просто в серую зону. Щечка башни, броня не пробита. Ну все, здесь я понял. Здесь любимый твой рандом. Точнее, любимый твой этот на твоей стороне. О! Я тебя в серую не пробил. Это просто жесть, я не могу. Я в серой зоны стреляю, что происходит? Гребаный ис. Это мне расплата за вертуху, что ли? Я не хочу так много платить. Я зарядил запрещенный тип снарядов. Прости. Опа. А чё? Это дуло. Понял. У меня заряжающий, так что выигрывай. Ну ладно. Понял. А это шотный ис, извини. Понял. С ним ты уже ничего не сделаешь. Ну ты можешь еще раз выстрелить. У меня по полный набор, как говорится. По полный комплект. Да не, это пипец. Я просто, я, ну, реально в щеки стрелял. Но я тебя тоже в серую не пробил. Видимо, они там какие-то не настолько серые. Ну ладно. Как нам говорит игра, поэтому. Один, ну это просто, ну слушай, а что тут нужно сделать-то, чтобы такого больше не повторилось? Наверное, не играть на ИСе. Любимая ветка. Поехали. Да уж. Сейчас, подожди. А ты камуфляж точно поставил? Потому что... Нет, я не ставил камуфляж. А, что? Так, ну я футболист, видимо. Зинедин Зидан. Блин, как я мог сейчас так проиграть? Это просто... Ну, не, ну это вообще неплохо. Поджог, потом боеукладка с заряжающим. Ну, я там согласен, согласен. С первой тычки поджог, это незаконно. Потом еще столько было непробитий. Это... Ну, хотя для ИСа это норм. Че тут? Там, блин. Ну, сейчас я еще здесь обосрусь. Вполне реально. Давай. Днять паруса. Где же ты? А где точка Б у нас? Слушай, я что-то вообще не понял. Что опа? Я на той... Как ты мог? Я да. Как он мог, ребята? Я на квасе не стал. На. Да ты кто вообще такой? Ты с этой планеты... Ты чё, в угол, блин? Нет, это незаконно. Все, это надо выигрывать. Вы видели, какую он пушку поставил? Это что вообще? Вот это незаконно, пушку такую ставить, блин. Главное, говорит, как мужики. На 400. Так нет, на квасах ты, конечно... Так, аис, что? Аис, это дерьмо, вон, видишь, пробивающийся. А, его же апнули. Нет. Опа. Да это все, это просто жесть. Как ты насилуешь мою башенку? Бежим, ребят. Не, все, это слив. Я готов принять поражение. Нафиг этих лесов. Зачем я выбрал эту ветку? Иди. Так, ну... Да, боеукладка! Что же это такое-то, блин? Ой. Блин, ну главное пробить, потому что сейчас одно... Так, стоп, давай, подними-ка меня. Спасибо. Все. Слив. Не, ИС меня победил. Это не моя ветка. Проиграл ИСУ. Да, я проиграл ИСУ. Не, ну слушай, ты, конечно, играешь мощно. Да, спасибо тебе большое. Да, вот это жесть, конечно. Дуэль. Красава. Вывозил, так сказать. А, да. Как обычно. Особенно, когда на двух ИСах. Это было очень весело. Нет, на двух ИСах мне реально подкрутили. Поджог с первой, заряжающей. Да ничего страшного, бывает. Кому-то должно было вести из нас двоих. Да, да. Большое тебе спасибо за то, что все-таки сняли. Респект. Да. Жалко, интриги не удалось создать. Да, на самом деле, вот так, мне кажется, даже интереснее, чем когда... Знаешь, там, допустим, я выиграл на 10-м, ты выиграл на 9-м, вот так по одному спускаются, вот так вот намного интереснее. Да, было бы интересно, если бы я был бы на ИСе 8-м, а ты на квасе меня сделал. Это было вообще самый лучший интерес. Не, ну я как вот говорил, что ИСы это... Кал, я при своем мнении останусь.
Нафиг это надо. Не, ну как ты на квасе закидывал в башенку, это, конечно, не знаю. Это... Да это полувертухи такое. Это незаконно просто, незаконно. Повезло, арестовать да. этого молодого человека. Арестовать! И вообще сделать проверку на читы. Да, это надо, да. Так, ну спасибо тебе еще раз большое. Спасибо всем. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте прожимать лайки, там подписываться на мой канал, на Чудо, тоже в описании будет. Все, всем спасибо и ББ. До скорых встреч. Да.